Проход Жукова остановили достаточно жестко. Четвертое звено на льду. У Северстали вот может быть очень опасный момент. Бросок, гол! Павел Дедунов забрасывает третью шайбу в ворота Спартака. Сейчас полный провал в защите у красно-белых. Мог Дедунов сам бросать, мог товарищу по команде передачу еще отдать. Но бросил сам в ближний угол. Ох уж этот ближний угол для Алексея Яхина в сегодняшней встрече. Все три шайбы туда попали. Смотрим еще раз. Не ожидал такого поворота событий, видимо. А Яхин остался сидеть на коленях во время броска. Ну, а так реагировать, конечно, очень сложно, когда шайба летит выше щитка, положенного на лед. Да, ближний угол вновь не прикрыт у вратаря. 3-1 становится счет в Павел.